пока мои коллеги играются и рассматривают с новой колонкой. Значит, здесь хороший, чистый, качественный пластик, вот такая подсветка хорошая. В комплекте идет два радиомикрофона, такие достойные. Полноценный пульт дистанционного управления. Сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке. Модель называется EL1022. Два 8-дюймовых динамика. Сзади вот такой шнурочек FM-антенна. Сетевое зарядное устройство. Она на колесиках, ее можно передвигать, катать. Бас у нее очень чистый, хороший, глубокий. И подсветка крутая.